Выигрывает первое очко. Красиво. Тренер Николая Давиденко, вы знаете его старший брат Эдуард. Здорово. Очень уверенно провел ПР. Ведь как здорово играет. Попал. Попал, Николай. Молодец. Молодчина, какое очко вытащил. И уже в какой-то момент раздали. Эйс. Здорово. Что здорово, то здорово. Смотрите, какую... Здорово. Красиво, неожиданно для Пуэрто. Вы... Пуэрто? Левша. Молодец, Коля. 30-15. Здорово. Здорово! Ровно! По 30! Подал первую подачу. Молодчина! Молодчина! Выиграть еще одну подачу и уйти вперед. Сделать отрыв. Блестящий. Молодец. Пятнадцать тридцать. Еще один гейм на подаче Давиденко может выиграть Пуэрто. Что и происходит. Видите, не очень хорошо. Вилас. Линия. Отыгрывает сетбол Давиденко. Ровно. То там и больше ошибок. Опять линия. Рисковал, видите, но рядом с линией коридорной. И он объяснял Вилласу, что мяч на самом деле не попал в корт. А вот завершился все-таки этот гейм и этот сет в пользу Пуэрто. Со счетом 6-3 аргентинец выиграл первый сет. Исход гейма в тот раз играющегося. Блестяще. 30-0. То в случае вот подобных удачных действий, я думаю, что... Вот опять мы видим с вами косой кросс. Здорово! Хорош! Витенко на подаче Пуэрто, помните, двойная была?
Странно. Завис в воздухе, не выпрыгнул. Здорово, молодец. Ну что ж, то, что под ноль выиграл Дима, когда подавал аргентинец, в нем возникали проблемы. Первый раз было 3 брейкпоинта. А в предыдущем гейме, когда... Красиво. Не очень хорошо, крепче и выносливее, чем Николай. Молодец, Коля. Здорово. Используя этот тактический ход. Блестяще. Блестяще закончил этот гейм Давидов. Как развивается шевелюра у одного из зрителей. Гейм под ноль выигрывает свою подачу Пуэрто. И опять с бэкен 40-15. Подачей на вылет. Часто мы видим подобные действия в его исполнении. Линия. Старшего брата Николая и тренера. Выигрывает Николай, схватившись за правое плечо левой рукой. Эйс, четвертый у Коля. Видим его на мужских встречах. Любит он посмотреть, как ребята сражаются. Молодец, Коля, еще один эйс, второй в этом гейме. Молодчина! Молодчина! До конца бился! А вот и партию выигрывает Давиденко. Со счетом 7-5 второй сет выигрывает россиянин. 3-6, 7-5. То есть 20 побед и 6 поражений. Третья партия. Первое очко выигрывает. Эйс. Шестой. Потому что концентрация внимания. Молодчина. Линия 0-15. Здорово. Ой, самый первый гейм третьей партии. Блестяще. 15-0. Здорово. 30-15. По крайней мере, такое складывается впечатление. Значительно точнее играет с этой руки Коля. И опять, видите, опять удар слева, кросс. Что очень и очень важно.
потому что... Бойко! Блестяще! Седьмой эйс! Блестяще! Блестяще на сет! Здорово! Молодец! С паузой! Очень нужное очко дивиденда. Сплендер выигрывал трижды Ролан Гаррос. Отыгрывает мяч. Блестяще! Блестяще выиграл это очко Ника. По 15. Прибавляет. Заметно прибавил Мариано Пуэрто. Вот он сейчас подает. В третьей партии уступает Николаю Давиденко 2-5. И вот прекрасная подача. До мяча. Порыв ветра и, по-моему, не центром струнной поверхности выполнил удар Давиденко. Выиграл необходимое очко. Гейм и третий сет. 6-2. В первую очередь проявляется в выигранном гейме на подаче соперника. Молодчина. 40-15. Великолепно! Великолепно! И вновь играется комбинат. Темные тучи, которые гуляли над Парижем. В течение первой половины. Специалистами, будучи на стадионе Ширяево поле, там, кстати, это знаменитое Ширяево поле, теннисный стадион, откуда, наверное, большую половину российских участников периодически втягивается в игру. Ну, вроде бы втянулся. 7-5, 6-2, 2 последующих сета. Хорошо, 3-0 начал Давиденко третий сет. Вот сейчас бы, конечно, как говорит Эдик Давиденко, брейкануть бы. Так и есть. Ну, не отпуская далеко соперник. Да, такое бывает. 15-0. А, запутал. Молодец. Ну, прекрасно запутал соперник. Здорово, прямо скажем. 30-0. Ну. Ну. Ну, 40-0. Знаете, второй гейм. Дважды не получалось. Вторая подача рискованная. Ой, здорово. Вот это из серии не берусь. Yes.
очень опасно. Достанет. Да, безусловно, достанет Пуэрто. Здорово. Вот это по-нашему. Вот что. Дают возможность, дают шанс Давиденко. Здорово, здорово. Да, Коль, надо, надо брать инициативу, мягковато. Да, чуть, вот один мячик, один удар. Памятник, какой процент попадания первым мячом. А вот эйс, это как бы... Тонкая игра, 11 эйсов, а аргентинец только лишь раз смог подать на вылет. По 30, а ситуация все равно была проигранной. А вот сейчас коварен Давиденко, короткий. Какой молодец, а? Ох, как здорово. На паузе, конечно, на паузе. Корпусом. Нельзя, конечно, нельзя упускать такой возможности товарища Пуэрто на морально-волевые качества, как у него с мандражом. Не надо проверять. Давиденко блестяще сыграл. Вот что... Да, лучше по линии сыграл бы. Конечно, была попытка... Как последний раз играл. На подаче Давиденко-то не было геймбольных мячей. Не было. Вот это другое дело. Сейчас. Гораздо жестче сейчас играет аргентинец. Гораздо. Вот так. Вот. Прекрасно понимаю. Ну, двойная была в этом гейме, вряд ли даст. Аргентинец, конечно, средней силы, но первым мячом вводит. Мяч в игру и попадает в линию. И попадает в линию. Мариано Пуэрто в финале открытого чемпионата Франции. Повторяется почти прошлогодняя ситуация. В 5 сетах он обыгрывает россиянина Николая Давиденко. На ваших экранах счет 3-6, 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4. В четвертом сете, когда Давиденко имел 3-2 на своей подаче, вот в этот момент он упустил
инициативу и чем это обернулось.